После получения сигнала об условном пожаре спасатели практически моментально отправляются к месту. Скорость реагирования на сигнал тоже один из нормативов учений. Как только пожарные оказываются на месте, необходимо верно оценить обстановку. Происходит эвакуация. Внутри есть люди. По легенде учений, огонь вспыхнул в одном из магазинов торгового центра. Пламя стремится охватить все здание, в первую очередь коридор и верхний этаж. К тому же, не все посетители торгового центра смогли эвакуироваться. Пожарным необходимо найти их, оказать помощь и вывести из здания. Каждое действие оценивается, все результаты записываются. Именно эти цифры и определили, что все цели учений были достигнуты. Такие учения, кстати, влияют на подготовку не только пожарных, но и владельцев торгового центра. Первым дается возможность подробно изучить планировку здания и ее особенности, чтобы гораздо эффективнее действовать во время реального пожара. Вторым – отработать экстренную эвакуацию посетителей.